Гороскоп с 19 по 25 июня для всех знаков зодиака. Овны. Вас может посетить неожиданная удача, крупный успех в делах, прибыль от тех дел, которые вы и не рассчитывали. Смело принимайте неординарные решения. Этот период был приятен для помолвки и вступления в брак. Хорошее время для укрепления здоровья, рационализации питания, оздоровительных мероприятий. Тельцы. Многие преграды и трудности удается преодолеть благодаря настойчивости, поэтому если в первой половине недели что-то идет не так, не сдавайтесь и не отказывайтесь от задуманного. Будет много мелких дел, но это не помешает приступить к реализации какого-то масштабного замысла. Близнецы. Грядущая неделя окажется весьма позитивной. Вас ждут новые интересные встречи и знакомства. Появится желание чаще бывать в обществе или просто в кругу друзей. В любой компании вы будете оказываться в центре внимания благодаря своей общительности и веселому нраву. Раки. Вы будете тонко чувствовать настроение начальства и коллег, и этим нужно правильно воспользоваться. Успех вы достигнете достаточно легко, если не будете поддаваться мимолетным импульсам, вызванным переменой настроения. Вы хорошо сориентируетесь в данной обстановке и ловко используете предоставленные вам возможности. Львы. Сейчас следует быть осторожным во всем, что касается профессиональной деятельности. Вы можете потерять бдительность и допустить серьезные ошибки. Так что лучше на этот период не планировать ничего серьезного. Следует избегать серьезных расходов. Дева. Неприятность этой недели может заключиться только в том, что в этот период вам как магнитом могут притягиваться личности, которые вольно или невольно будут доставлять вам не слишком приятные хлопоты. Некоторые обстоятельства так и останутся невыясненными. Весы. Не планируйте на эту неделю важный разговор или начало ответственного дела. Рассмотрите имеющиеся варианты, не исключая ни одного из них. Свои истинные цели и потребности вы сможете лишь после продолжительных сомнений. Не все будет поддаваться рациональному объяснению. Скорпионы. Вероятно, появление нового человека в вашем окружении и ваш интерес к нему будет настолько силен, что непременно захочется познакомиться поближе. Но не следует действовать слишком открыто. Подобная тактика будет иметь весьма сомнительный успех. Меняться к лучшему финансовая сторона, возможно, неожиданное денежное поступление. Стрельцы. Неделя пройдет неплохо, если вы не станете рисковать или браться за одиночку за дела, которые вам явно не по силам. Вторая половина этой недели – время вернуться к делам, которые были начаты ранее, но по каким-то причинам были отложены. Сейчас их удастся довести до конца. Козероги. Эта благоприятная неделя станет еще лучше, если вы постараетесь больше времени проводить в компании людей, которых вы любите. Такое общение очень благотворно повлияет на ваше настроение, мысли и дальнейшие планы. Хорошее время и для принятия совместных решений, и вы и ваше окружение будете готовы пойти на уступки. Водолеи. Наступило время взять себя в руки и разобраться во всем, что вышло из-под вашего контроля. И в этом есть значительная доля вашей вины. У вас появится желание действовать силой, но к какому-либо результату это не приведет. Вам нужно пересмотреть свою жизненную позицию, подход к возникшим проблемам, иначе и действовать иначе. Рыбы. Обострятся финансовые проблемы. Вам также предстоит решить множество вопросов и накопившихся дел, которые вы сможете преодолеть, но вымотают они вас изрядно. Явно депрессивное состояние не предвидится, но и о праздниках тоже придется забыть. В какой-то момент времени вы можете почувствовать себя одиноким.